Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на ежегодном конкурсе по бодибилдингу «Мистер Вселенная, город Качканар». Но для начала мы хотим представить вам нашего генерального спонсора. Это торговый дом «Виниловые обои» в лице его директора Шевелькова Ивана Петровича. Иван Петрович, здравствуйте. Спасибо. Я рад, что моя фирма организовала этот праздник красивого тела. Еще одного красивого тела. Дело в том, что сегодня в этом конкурсе примет участие мой сын. Но я не хочу, чтобы судейство было каким-то предусудительным, поэтому я даже не буду говорить, как его зовут. Я просто скажу, что он будет выступать под номером 3. Да, я надеюсь, судейство будет адекватным. Все-таки счета за аренду, за отопление, они сами по себе не оплатятся. Да. Ну, давайте уже будем начинать конкурс. Я просто скромненько сяду где-нибудь вот здесь. Стул поставь сюда быстро, давай. Вот здесь вот поставим. Так, хорошо вам, видно будет? Да. Все, мы начинаем, да? Давайте начнем. Да. Итак, мы начинаем. Под первым номером сегодня выступает Герасим Мартынов. Победитель межконтинентального конкурса «Мистер Бицепс 30-2000», обладатель хрустального тренажера 2001. Ну, кому это интересно вообще? Ну, это в интернете любой возьмет, прочитает эту информацию. Ну, что, я не знаю, что ты тянешь-то, я не знаю. Там третий номер стоит в трусишках, уже замерз на капеле там, я не знаю. Давай первого, второго, чохом, выпускай все, че? Я понял. Итак, номер 1 – Герасим Мартынов, и номер 2 – Василий Подопри Гора. Встречайте! Я приглашаю на эту сцену участника номер 3 – Максим Шевельков. Ну сейчас-то можно, ну там, титулы сказать, там, достижения, ну давай чуть поподробнее чем-нибудь скажи там. Ну. А у меня нет информации, по-видимому, пока нет никаких достижений. Что значит вообще? Нет достижений? А человек котенка в первом классе принес, с улицы подорвал, да что? Потом лишаем болел до 7 класса, в чепчике в школу ходил. Это что, не достижение по-вашему? Все, я понял. Итак, номер 3 – обладатель лишайного кота Максим Шевельков. Второй трек ставь. Давай. Улыбка, зубы, вот. Работай. Руки как на велосипеде, вот, хорошо. Хорошо, давай, спину как будто сгорела. Хорошо, давай. Раз! Отлично! Улыбка! Красавчик! Ну что ж, и когда 3 участника на сцене, я хотел бы поприветствовать вас настоящим мужским рукопожатием. Привет! Нет, я. А вы так будете? Да. Сдохни, тварь! Максимка! Дожимай его! Сломал первого. Ну и силища у этого пока никому неизвестного силача. Что значит неизвестного? Что это... неизвестно? А 7 просмотров в Ютубе, как он со шкафа прыгает, это что, неизвестность по-вашему, что ли? А как его лошадь укусила? Это что, по-вашему? Все знают. Расскажи про лошадь, расскажи. Ну, расскажи про лошадь. Что там рассказывать? Лошадь за пипетку тяпнула. Давайте, расскажите про лошадь, всем же это интересно. Я стесняюсь. Да давайте, подробности, да как собрался. Мне стыдно. Ну давайте, расскажите. Что ты пристал, расскажи. У тебя в тексте есть про лошадь? Нету. Что ты от себя ты умеришь там, пристал человеку? Давай, по тексту все. Расскажи ему про лошадь. Хорошо. И мы продолжаем. И следующий наш силовой конкурс. Трубогиб, да? Давай, трубогиб. Можно? Да. Ага. Следующий наш конкурс. Трубогиб! Сейчас появятся трубы, и мы проверим, что прочнее и сильнее, стальные мышцы участников или трубы. Участник под номером 1, участник под номером 2. Начали! Ну что ж, и в борьбу вступает участник под номером
Три. Макс! Макс! Чища! А что, гнуть надо? Гните, конечно. Хо-хи-ха-хи-ха-хи-ха-хи-ха-хи-ха-хо. Возле печенья там посмотри. Вот. Ну что ж, такой спиральки я давно не видал на наших соревнованиях. Да ладно, Максимка каждое утро такие спиральки делает, и ничего. Ну что ж, и следующий наш силовой конкурс – жим штанги. Жим штанги весом 380... Так, стой, товарищи, я просто дико извиняюсь. У вас аренда до 19.00 проплачена, поэтому не успеваем жим штанги, остальные конкурсы тоже сразу финал. Ну, так как этот конкурс, в принципе, ничего уже и не решал, ввиду явного преимущества одного из участников, мистер Вселенная города Качканар 2012 года достается Максиму... Ну что, Максиму, их миллионы, Максиму, какой? Максиму Шевелькову! Вау, yes! Красавец, Макс! Красавец! И это еще не все. Награждает нашего победителя обладатель титула «Мистер Вселенная» прошлого года Антон Шевельков. Антон, давай, улыбка. Итак, чемпион отдает корону. Чемпион отдает корону. Чемпион отдает корону? Отдает, отдает. Антон! Антон! Ну и по традиции, показательное выступление братьев-чемпионов. Третий трек. Улыбки. И раз. Обернулись. Антон. И Антон. И раз. Хорошо, улыбки. Держи спину. Поворот. Поворот! Раз! Улыбки, артистизм! И повернулись! Повернулись! Антон! Хорошо! Молодцы! Давайте выходим на кваду! На кваду и... Раз! Простите меня, просто за эти слезы. А сами понимаете, это слезы счастливого отца. Не у каждого отца такие богатыри. Все, пойдем, где-то замерзли. Третий трек ставь, давай. Пойдем, девятки, давай, давай. Ваши аплодисменты, Максим, Антон, Шевельковы. Вице-чемпион Европы, чемпион мира, мастер спорта международного класса. Рамзес Тлякатугов. И абсолютный чемпион России, вице-чемпион Европы, мастер спорта международного класса. Дмитрий Головочкин!